Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Так. И сколько стена стоит? 40. Зашибись. Упс. Я, видите, несмотря на то, что на речку, я просто так атакую, чтобы дуболом не вышел из города. Понимаете? Так, инженерное дело ускорили. Давайте обработку железа. Вот шахта на железе ускорит и колесо, и обработку железа. Я думаю, конечно, мы не долечились, но пора идти разбираться. Так, где ж мы тут поставим? Мне кажется, куда-то вот сюда надо ставить скорее. Маяк. Ну тут давайте торговцев. Тоже никак не могу подойти, там дуболом стоит. А больше мне тут нечего обрабатывать. Но всадникам хреново атаковать лагерь, потому что там стоит этот копейщик, как раз, который против всадников. А нифига уже не стоит. Гипоспист. А вот этот поселенец мне не нравится. У меня тут свой идет. Ну, кайф. Все. На, куда ты хочешь? Зашибись. Не, поставь метку. Так. Давай. Может тогда этим лучникам поплыть к Осло? Это вот в четырех клетках на столице будет город. Поставь метку, не вижу. А я поставил, я забыл для тебя выбрать. Не скажи свою игре. Все. Минус. Так, минус варвары. Если я на одну выше подвинусь, влезаем же. А я не знаю. Ты можешь встать на нее, я свой город поставлю на следующий ход. Или через ход. А, ну окей, я у меня просто там туман я войны. Пока я еще поставлю. Ну а смысл, куда мне тут плавать этим дракаром? Ну. Так. Фига, тут плотненько что-то получается, если честно. Ну сюда еще где-то влазит, да? Поэтому как... я хочу так поставить, чтобы еще где-то здесь, на этом озере, возможно, влезло. Ну, больше мне не будет ни одного. Но у меня всего три просто города пока. Не, наверное, все-таки вот сюда надо ставить. А, подожди, если я сюда ставлю, они будут соседствовать с центром города. Ты для гавани. Немножко с краю, я вообще между. Не, наверное, все-таки сюда тогда. Сюда. Тут такой полуостров интересный есть, где три ГГшки. Научных. А сколько святое место дает в ночки великих людей вход? Одно, да? Давайте-ка дальше поселенцев клепать. Да, одно. Надо бы, конечно, игры развлечения отменить. Так. Разгоняем клан. Военную традицию ускорили. Перебрасываю сюда и пойду там этого японца щемить.
Это японцы, да, все-таки были границы. Сейчас хочу глянуть, он гавань какую-нибудь поставил, но вроде не набивается на гавань. Хотел сюда плыть, но я понимаю, что я тут сейчас уже разберусь. С этим лагерем пойду чисто дуболомом, может, или... Блин, обработку железа надо отменить. У меня больше науки, чем у них двоих, даже без... Все, я поставил город. Без кампуса единого. Хотя, может быть, и у них нету кампуса, сейчас я гляну. Вылезает? Да, вижу. Угу. Не понял. Слушайте, прикол. Я взял флотоводца, активировал его, и он просто исчез. Серьезно? Да. Посмотри, может, где-нибудь в городе есть. А можно сейф? Ну, нет, ну посмотри, вот уберите таймер. Посмотрите, какого я нанял флотоводца. Он создает морской юнит ближнего боя. Ну, короче, создает морской юнит. Я могу предположить. Единственное. Ну, это, конечно, баг. Таймер. Нет, я создал его в океане. Но дело в том, что я могу плавать в океане. Что-то я таймер не вижу в настройках. Он пропал куда-то. Ну, сейв сделай, блин. Нет, сейв я сделаю, там просили таймер просто убрать. Ну... Ты посмотри, по городам нету тебя, может, на городе появился где-нибудь? А, в городе... Не, ну подожди, как в городе? Ну, посмотри. А-а-а, точно. Точно, появился около столицы. Ну, это говнина какая-то. Ну, это прикол. Че, сейв не грузит? Да, нет, не надо, не надо. Отжимай. Прикольно получается. А если который квадрирему ставит, он вместо себя ее ставит. А если ближнего будет... Не, ну это подстава, конечно. То есть все почему-то флотоводцы создают на том месте, где они стоят, а этот мудила у столицы. Как так может быть вообще? Садкор. Таймер убрал. Отжимайте. Или все уже, или вернуть таймер уже. Не, можешь вернуть, да. Там просто 3 секунды оставалось, на всякий случай. Я думал, что он исчез, потому что, типа, ну... А ты думал поплавать, да? А он тебя в город вернул. Да... Да почему он даже хотя бы создал у столицы, а не у ближайшего города? Вот это меня поражает. Ну это прикол. Так, ну я бы уже плюс 5 против варваров убрал. Честно говоря. И что поставил? Так, поселенцы пока нужны. Создание строителей. Ну, давайте создание строителей попробую. Так. Здесь давайте святилище и ставкир. А, кстати, ставкирку-то я еще не открыл. Фонарь, посмотри, она... Изменили. Вот тут в теологии должна быть. Ну, поехали тогда в теологию. Кстати, мне еще плюс 100% бы можно было поставить, чтобы в Бергене...
торговца здесь еще одного. Серьезно, мечник пришел. Вот они настырные, конечно. Так, ладно, давайте я тут все-таки поплыву лучником сюда. Нет, поплывет. Скаут. А ты тут зачем? Ну тут я жду, я надеюсь, все-таки на этот... На город-государство. На появление города-государства. Сейчас будем там свар... А, там уже голландец разобрался. Садкор, если я вот выкуплю клетку с этим болотом, рядом с благовониями... Так, вот теперь пошли железо обрабатывать. Спасибо. Так, и... Этот... Ну да, сюда давайте, почему нет. Вообще, конечно, можно на озере поставить, типа... Может, прямо на свине, а тут просто гавань вывести, но мне кажется... Не надо. Блин, не успел чаек обработать. Блин, Дима, а чё у тебя так мало науки и культуры с такой-то цивилизацией? Ну, кстати. Всё плохо здесь, если это не особо. Настолько? Ну как, ну, не настолько, конечно. Хотя тебя же вроде цивилизацию спалили. Боже, посмотрите, что происходит с Крокотао. Что творится в Крокотао? Ну, я бы эту клетку выкупил и обрабатывал. Я понимаю, что нету, не будет производства, но... Боже, ну это же трындец. Еще и с пингалой. Все, у меня уже пингала две науки дает. Просто вау. Круче, наверное, только, наверное, Рорайма могла... Хотя не факт. Рорайма просто сама по себе дает науку, и все. Ты можешь одолжить немного денег? А тут... Ну, прикол, скинь, точнее. Чё? Панарио, ты там уже накопил? На второй взнос. Что-то там тебя дует, я смотрю. Да, душит, душит. Ну, это ты можешь игре сказать спасибо, что она мне юнит опять тут сделала. А не там, где я хотел. Нету, в общем-то, других вариантов. Чё-то я догадываюсь, на ком играет Лёша. А, тебе всё прям надо? А, ну смотри. Ну, надо. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, из Бергена в Нидерос отправлю. Так, что у нас тут с пророком? Блин, последняя спасибо, вера осталась. Фак. Давайте, наверное, проект проведу. Ну, надо забрать его последнего. На меня даже никто не разнесет, например, веру, если бы я... Не то, чтобы мне прям так она сильно нужна была бы, но...
Я так понял, тебе эта галера не нужна, да? Нужна. Так, а рез у тебя будет какой-то еще вообще? Нет, у меня все плохо. Ну ладно, вы... прими там. Я почему-то не смог принять, а пришлось обратно кинуть. Так, надо вот, слушай, это построить. Так, открыли обработку железа, колесо. Давайте в инженерное дело выйдем. Нифига, легионеру варвару. Снова предложение. Ну вот, квадрирему мгновенно предоставляет. Вот это, я думаю, с этой стороны сработает. Че, я не думаю, это точно. Ты хочешь воина вывести своего? Да, пройти налево. Не, налево не надо, давай без разведки уже. Уходи своим воином, откуда пришел. Ну что, оливки идти? Ну, оливки не прикольно. Надо это, в принципе, это... лесопилку ставить здесь. Разведать. Я думал, что он у тебя заперт. У тебя не заперт, оказывается. Он далеко от дома. Блин, ну и что, и с кем мне тут воевать? Тремя дракарами. Я даже никакого... Не знаю, может, типа, здесь поставить город-канал, поставить? Ну, тут уже ГГшка сейчас появится. Блин, а тут можно канал. Кстати, если я ставлю тут город, вот тут канал. И вот здесь каналы прокатывают. Точно. Точно, точно. Придется каналы строить. Через Фемун. Блин, лучник. Ну ладно, тут мы зачистим. Кстати, тут тоже можно город поставить. Или здесь. Что вообще по лояльности у нас? А, сюда не влазит. Ну, здесь можно. Будет гавань все равно. На этом. На озере. Просто чисто поубивать. Не собираюсь этот лагерь трогать. Все-таки хочу, чтобы ГГшка была. На автомат ставлю, потому что я даже не знаю, что мне в этом океане делать пока. Так, амбар, водяная мельница. Кампусы на плюс 2. Так, ну давайте строителя. А, еще торговца могу. Так, тогда торговца. Здесь посела, наверное. Уже добить. Расселение. Нафига мне дружба с Голландией? Даже в союзы еще не вышли. Кстати... Так, на всякий случай, Фонарио, если ты поплывешь галерой что-то разведывать, то она не доплывет никуда.
Внезапно откроется течь в трюме. Как там тебя угнетают, Фонарио? Есть такое. Блин. Помянем. Вот это подстава, блин. Ну, я знаю, сейчас он просто в город превратится, не убьют мне этого лошадь. Поскочу туда на всякий пожарный. Увидел же, увидел. В каждом храме. Ну, нет тогда смысла сюда. Так, давайте Кардив за союзу. Хотя, с другой стороны, нафига? Скорее мне в Маскат надо трех послов. Да, наверное, так и сделаем. Сейчас религия будет. Успею ли я за 7 ходов в золотой век выйти? Но у меня... Блин. Стоп. Вот эту мы откладываем. Я сейчас ее и так открою. Мне надо ставкирку. То есть я сейчас религию получу очки, за ставкирку получу очки. А за что еще получать? Ну, флотоводца, скорее всего, еще набью. Еще одного. Японец, разнесешь свою веру на меня, пожалуйста? Блин. А кого убило мне сейчас? А что случилось? А, дуболома убил все-таки. Ну, это, кстати, хорошо в Мехико придет. Так, а Мехико... Мехико, воздействие... Ну, такое средненькое, честно говоря. Ну, производство сейчас дает. Я надеялся на что-то более крутое. Буду честен. Так, я думаю, что этого скаута мне можно не опасаться. Вот сюда я бы перевел лошадей. Так, основываем религию. Протестантизм, конечно. Храмы и святилища столько... А что это никто не взял? Нифига себе, ребята. Вот это мне... Подвезло. Так, крестовый поход, защитник веры. Религия распространяется на 30% дальше. Поражение в теологических паломничества. Культуру за каждый. Давайте, наверное, культуру. За последователей. Черт. Так выбирал долгую религию. Да, я тоже, кстати, голосую за увеличение таймера уже. Вообще не успеваю. У нас сейчас 1.45, давай 2.30. Секунда, это что у нас? 20 плюс 150, да? Дима, предложение. 210. 2.30? 150. Да, 150. Почему 210? Там 3 ближе. А, что нам тут строить? А, давайте рабочих уже. У нас тут стоит производство, поселенцы, строители. Так, вот это последнего поселенца. Давайте мы что-то как надо следующим ходом поменять. А, не получится. Давайте военную подготовку открывать. Тут сразу ставкирку начнем. Потому что она производство мне даст.
дополнительно. Очень неплохо. Я бы вообще во всех этих городах священные места-то построил. Потому что теперь это дофига культуры мне будет давать. Считайте, вместо театралки. Ну, видимо, надо открыть арбалеты. Японец, что-то я смотрю, у тебя все плохо до сих пор с деньгами тоже. А да, не бойся. А ты видишь этих бедолаг между нами? Да, это метеорит ты подобрал? Нет, метеорит следующим ходом подбирал. Вот бедолаг, я типа убить. Я не знаю, что с японцем не так. 9-8, почему он так? За Японию. Ну, наверное, просто игрок слабый, видимо. Могу только предположить. Потому я не верю, что за Японию можно... То есть, с чего бы... Конечно, варвары могут нагибать, но они и меня нагибают, тем не менее. С другой стороны, конечно, тут я просто вон 15 науки с Бергена имею. Так, подождите, а давайте глянем, что тут обрабатывается. В союзы пока никто не выходит. А, ну все верно, все верно. Что-то у нас этот Крейзи скачет вперед, на самом деле, очень сильно. А сколько у него? Ну, 50 науки почти, 40 культуры. У смока почти. Подожди, 150? Нет, 50. 46-39. Я не вижу этого. Я не буду вылазить здесь. Формирует флот. Больше смог, беспокоит. Нет, слушайте, я все-таки не выйду. Видимо. 66-30. Ну, тоже. Ну, не пусто. Там вот 66-30, видите, в два раза больше. Но у меня нету ни одного кампуса. Кто на персе всех беспокоил сейчас? А это ты был на персе тогда? Да, это я. Ага, ну не хватает на тебя майлайфа. Это точно. На Чингисхане. А еще здесь, кстати, поставить. Можно, ну я сюда, конечно, поведу. Я напугал, чем навредил. Ну, потому что там у тебя карта была такая, к тебе хрен подойдешь по факту. А мне, кстати, уйдет наука же, уйдет соседство за гавани. Так что надо уже начинать думать такие о кампусах. А давай ты не будешь грабить? А что ты мне дашь за это? Ну вот, снова. Вспоминается Карфаген. Как там людей угнетают. Ну пожалей бедного человека. У меня даже 15 науки нету. Нет. Я стою по всему. Ну, что поделать? А пожалей человека. Нет. Жестоко. Жестокость. Война никогда не меняется. Предложение. Предложение, от которого нельзя отказаться. А, слушайте, за три хода... Может, мне тогда не строить ставкирку? Подождите, на следующую эпоху ее ставить. Давайте строителя. И... Так, здесь я апнусь в арбалетчика. Блин, 125, ну надо. Иначе мы тут страдать будем очень сильно и долго. Пока обработаю этих овец... Ну, просто буду исследованием заниматься этим флотоводцем. Строители. Там, кстати, чудо найдешь. Блин, ну вот это кампус. Как? Добавка. Или чтобы ты меня точно не тронул. Мне кажется, здесь... В смысле, то есть я вот и без тебя бы туда дальше шел. И нашел бы. Но тут ты мне рассказал про чудо. Я такой, е-е-е. А вдруг бы ты не дошел? Подумал, что там ничего нет. Слушайте, давайте, наверное, кампус реально начну уже здесь.
Я просто думаю, что я где-то вот тут поставлю, возможно, правительственную площадь, то есть этот рис весь вырубим. И для этих... Ну и тут у меня город будет стоять. То есть будет правительственная площадь, ромашка для двух городов. Кагнор, предложение. Блин, тут же Крокотау будет постоянно извергаться с другой стороны. Строителя хочу пока. Так, давайте посмотрим. У нас еще влазит город здесь, здесь. Ну, вот сюда я веду, тут точно хорошее место. Ставить ли здесь и здесь города? Вот в чем вопрос. Слабое извержение. Стрим дадите. О, давай. Давай ты мне открытые границы дашь, я помогу тебе с варваром. Так. Нидерос. Ничего не залочено, растет. И да, производство. Ставангер. Берген, да, тут все. Красота. Ну, в нормальный век, к сожалению, но тут как бы особо вариантов-то нет. Кстати, вот еще ГГшка будет. Тоже меня вполне устраивает. Наверное, все-таки надо где-то тут города ставить. Еще. Так, это шестой. Но мне вообще-то вот тут больше хочется. Еще и кампус, например. Но опять же, рядом с вулканом. Но тут хотя бы можно лян, да? Блин, ну лян надо на побережье все города обрабатывать аквакультурой вообще-то просто по очереди. Да. Колосс, кстати. Хотя я колосс вот тут могу сделать. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры, слава Украине и живи Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.